сидеть лихому дома, удалому, как же быть, от Кубани до дома, вольной, волюшки пони, эх, разодолье, чистого поля, а ветер кольца, куда не бьет, чистого поля, чатся кони, сердце радостно поет. Переживаю за тебя, Гек. Еще громче, площадь республики! Еще раз аплодисменты. Это эстрадно-фольклорный ансамбль «Сявал» только что здесь зажег на этой сцене. Но на самом деле с каждой секундой праздник становится все ярче. И приближение весны действительно все ближе и ближе. Это самое теплое, самое долгожданное время года. И сегодня вместе на фестивале концерта «Крымская весна» мы с вами уже пятый год подряд празднуем воссоединение Крыма с Россией. И, конечно же, вот эту фразу «мы вместе», давайте еще раз покричим вместе со всеми. Согреемся, потому что прохладно немножко. Друзья, еще раз давайте повторим. Мы будем с Михаилом кричать «мы», а вы после вместе. Мы вместе. Все очень просто. И ускоряемся. Самое главное в конце, когда мы поднимем руки выше, вы тоже поднимайте руки выше и ура прокричите. Итак, внимание, Чебоксары вместе со всей Россией, вместе со всей страной могучей. Мы! Час людей на самом деле вот не дотягивает до этого уровня. Час людей больше получает. И в среднем уходит вот этот цифр. Мы! Ну народ, а народ-то понял по-другому. Какой я в том? И ура! Народ понимает мир в твоей руке. Руки выше! Мы действительно большая страна, мы вместе едины, а значит непобедимы. Великая страна, могучая, где много рек, много озер, лесов, много богатств, но самое главное богатство – это, конечно же, люди, которые делают нашу страну могучей и великой. О нашей стране можно много говорить, но лучше, конечно же, спеть вместе с нашими артистами. Давайте петь вместе и давайте танцевать вместе. Поехали! Вот зарплата туда. Обвинять. Вот виноват Путин, Васильев, Иванов, Игнатьев, Сидоров. Так не бывает. Россия, многоликая страна. Ну, надо разобраться. Ну, надо разобраться правильно. Через войны непокорно. Через время Иисус. Аня, не мне сказал, что вы извинились. Я не мы идем с тобой в Россию. Я могу извиниться, если я виноват. Понимаете? А что он говорит, что вы извинились? А у него спасибо. Ты чего главе пристаешь? Я не пристаю.